Hey, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Криспис Плей, и мы продолжаем Life is Strange. И сейчас я расскажу тебе, где я проебывался последние 3 недели, понимаешь? Так, выбрать эпизод, по-моему, у нас осталось вот здесь, да, продолжить. Где я? Ни хера нигде не проебывался, я сидел дома, ну как бы дома, работа. Я переехал же в Москву 19 февраля, почти месяц назад. Какое-то время я еще поделал здесь видосики, а потом понял, что я нихера не справляюсь. Новая работа требует такого, знаешь, погружения и такого, знаешь, концентрации, и столько времени, прям с утра до ночи. С утра до ночи въебываешься на работе, работаешь на работеньке, любимый, аж, сука, сил нет. И времени нет, знаешь, записывать все. Я бы с удовольствием записал, но вот такая вот херня. Получается, целый месяц, ну, тупо... Как бы тупо дома посидел, тупо работая с 9 утра, да, тупо 2 часов ночи. И вот тупо... Блин, я уже забыл, что здесь эта ебатория с этими субтитрами. И просто реально не было времени, чтобы нормально взять и сесть, позаписывать. Потому что пока тут этот, обусвоишься, я не нашел слово какое, обусвоишься, освоишься. Пока здесь освоишься, пока ты привыкнешь, пока поймешь, что к чему. А, вот, как-то... Так, знаю, но назад дороги нет, давай приберемся внутрь. А, типа страшно здесь, да? Мы же помнишь, мы, что было в предыдущей серии? Мы разгадывали загадку там по письмам и наркотикам, типа, и смс-кам, что-то такое, да? Короче, проверь. Свежие следы от шин. Кто-то только что был здесь. Нам нужно попасть внутрь бара. Бара, блин. Барная. Барн, как переводится? Ангар, вот точно. Вот, Хлоя. Вот, и в общем, мы разгадали, что здесь был какой-то хрен, который нам, типа, этот, взглянуть, да я уже взглянул, зачем, который здесь что-то делал, и вот мы приехали сюда расследовать дальше наше дело, помнишь, у нас же Хлоя такая бесстрашная, интересно, откуда в ней это, так, и правда, что позже спишемся, так, как затрахали, дайте почитаю, так, хреново мир, мне пора покинуть виртуальный мир, хреново, и правда, что позже спишемся, и я и не думал, что от избиений, а, это парень, а я, знаешь, как девочка говорю, по костяшке бывают тюрьмы. Хотя у него наружу синяков-то побольше, это он заслужил, эта драка была бешеной. Да уж, как ты? Из меня так и прет. Чё, блин? Да за ты хватит не писать. Да, чё, значит, нам нужны новые костюмы. Кстати говоря, приходи на сегодняшнюю вечеринку и отпразднуем. Я скажу, если соберусь идти. Круто, а я пойду дальше позировать перед зеркалом супергеройские позы. Этот чувак, который все к ней яйца подкатывает, а она у меня такая, знаешь, не яйца подкатная девочка. И она такой, у меня как Бэтмен, она у меня Бэтмен. Детективная история. Хлоя такая, а, блин, она у меня этот, все что-то расследует. Я вообще похер на все эти отношения, на всю эту херню. А ей, типа, надо ж дело распутать. Йо. Наверное, пока не взгляну сюда. А, следы широкие и определенно свежие. Внедорожник Нейтана. Нам что-то найти. Белка. О, белкой можно сделать. Да что-то? Нет, нельзя. Белкой хер что сделаешь. Я... А, у нас же этот. Смотри, лист металла. Передвинуть. Я-то думал, что моя подруга хоть что-то полезное сделает, а видишь, она просто бесполезная овощ. Кстати, я вернул камеру на привычную сторону, на правую, вот видишь? Там была слева, мне просто было... Хлоя, я нашла вход, иди сюда. Непривычно было с левой стороны. Новая комната, все новое. Какой-то пидор подошел. А, это девочка. О, да, Максимус рулит. Вот, и было неудобно. Да заткнись ты. Боже, очень уж напоминает ведьму из Бэр. У меня мурашки. Это фильм такой, не знаешь. Пошли, Супер Макс, который снят там за 1000 долларов. Ну, я не знаю. Как, знаешь, как... Эй, взгляни-ка на этот... Что? На этот сундук. Взгляд, как этот, псевдодокументалка. А еще громче нельзя было? Ну, мало ли ты не знал. Господи, какое же старье. Джекпот. Старый мусор. Ну, смотри повнимательней. Гарри Аарон, Прескотт и его семья пожертвовали Аркадии Бэй новую библиотеку. Прескотт Индастриас празднует свое открытие. Прескотты забабахали бомбоубежище. Славный парень. По альбом, ты поищи улики, а я пока тут осмотрюсь. Вот. И типа этот, она же у меня такой детектив, херачит, как реально какой-то... Так, старые газетные вырезки про Прескотта. Но наверняка уже тут еще что-то есть. Она как этот, как Бэтмен. Я, правда, не смотрел, да и тут тоже не смотрел, никто не смотрел. Ну, кто смотрел, тот, кто за рубежом мог пойти и посмотреть. А в России и там, или где-нибудь в странах бывшего СНГ, хер ты посмотришь. Сейчас какую-нибудь киношечку. Никаких, даже Аарон Гарри Прескотт любил селфи. Я вчера узнал историю,
историю, блин, новость, что у нас вместо американских премьер, вот этих фильмов все крутые, да, предлагают показывать либо старые российские и советские фильмы, либо новинки индийские. И добавили, ну наши же люди любят индийское кино, не меньше американского, и я просто ах. Я просто удивился. Я просто удивился такой наглости. Я, знаешь, этот трактор свое отработал. Я, знаешь, что подумал? Что теперь мне пора перестать вообще материться в моих видосиках. Чтобы меня малыши и малышки могли смотреть совсем вот такие крошечные, знаешь. Похоже, ублюдство у прескота в крови. А не получается. Ублюдство сразу раз, и все, и матершина пошла. Так, Мартин Льюис Прескотт, Ранчо Прескоттов, Аркадия Бэй, Орегон. Уважаемый мистер Линдон, я пишу вам в связи с непогашенными долгами, которые вы, в свою очередь, решили проигнорировать. Быть может, Прескотты не лучшие в своем деле, но мы все еще бизнесмены и требуем уважения. Ваше молчание будет рассчитываться как оскорбление, поэтому вам придется оплатить все, но с прибавкой в 10% и письменным извинением. Если вы не предпримете никаких действий, то до 24 июля 1903 года мы превратим вашу жизнь в настоящий ад. С превеликим уважением, МЛП. Ну ладно, я правда нихуя не понял. Я стараюсь меньше материться. Хочу вообще видео записывать без мата. Это тебя, конечно, расстроит, разочарует. Но я просто, знаешь, решил стать лучше как личность. Мотивировать, вдохновлять. И чтобы меня могли посмотреть все, от малышей до малышек, и вот до современных, знаешь, там, авторитетных людей, всяких там, глав всяких там корпораций и так далее. А пока только главы корпораций смотрят. А ого, вспоминается Небейко Питом. Все 572 главы и корпорации меня смотрят, понимаешь? Нет, 570, там две моих подписки. О, нихуя себе. Что вот это, знаки, да, теперь они повсюду, смотри. Просто смотри сюда. Понимаешь, что происходит? Американский флаг и знак буквы Z. Как тебе, заебись? Я как бы нихуя не планировал это. Я это не планировал, если что. Это вот как-то везде само оно появляется. И ничего я могу сделать? Я это ничего не могу сделать. Вот, поэтому я стараюсь меньше материться, потому что я хочу быть как личность лучше. И тебя делать лучше, и всех делать лучше. Никакой матершины, ёба. Не может быть, чтобы эта ржавая недокнопка запускала вход веревку. Какую веревку? Куда веревку? Веревки или шкивы? А, или шкивы. Шкивы, какое слово-то мудрое. Это шкивы. Общие приметы Макс, тут должно быть что-то кроме этого сундука. Ну вот, и в общем, представляешь, у нас теперь будут кино показывать индийское кино. Я просто... Если на вот цель нашего правительства, чтобы кино разорилось, то да, показывайте индийское кино. Это прям пиздец. Это идеальный вариант. Уж лучше тогда, да, идти куда-нибудь... Ну не получится. Я просто хотел предложить в Южную Корею. Ну, Южная Корея, они снимают классные фильмы. Всякие там, знаешь, «Игра в кальмара». У них просто много всего, классно делают. Ну, они же тоже санкции, санкции, санкции. На случай нападения зомби я уже нашла себе оружие. Но с другой стороны, это же санкции не запрещают фильм показывать, по-моему. Запрещает, как бы просто сами компании решили подключиться к ним. И типа, мы ничего не будем показывать, пошли. Временно, временно, временно. Ходим временно с вашего рынка. Ничего. А почему временно? Почему не на постоянку? Давайте-ка сваливайте на постоянку, раз такие обидчивые. Ну, давайте на постояночку. Раз и ушли. Нет. Ну вот вы типа уйдете там, типа прекратите все свои дела, и мы вот вернемся. Мы не хотим терять российский рынок, нет-нет-нет. Временно уйдем, всего лишь гнилое дерево. Потому что на нас давит наше же правительство. Так, Макдак ушел. То есть я не знаю ни одной компании, которая взяли все, мы с вами больше никогда в жизни не работаем. Ухожу. Такого нет почему-то. На случай нападения зомби я уже нашла себе оружие. То есть они... А, кстати, да, мне напомнила эту игру «Ходячие мертвецы». Там тоже она в амбар заходила, в маске такой специально зашла. Среди зомбаков, а они ее не учуяли. Ну так вот, я типа этот... крюки используют, чтобы поднимать стога сена. Я видела такие в пятницу 13-е. Почему не ушли на постоянку? А еще и многие компании продолжают платить 2/3 там своим сотрудникам. Ну, типа, чтобы не увольнялись. Это получается тупо, знаешь, все популизм, и как-то, ну, это неправильно. Если вы прям хотите уйти, так уходите совсем полностью. Закрывайте полностью все свое производство, нет же. Говорят, что, ну, да, мы все это осуждаем, но на то время пока вот все это не продолжается. Но потом мы вернемся. Замок совсем новый, зачем он тут? И это, вот, это знаешь, это такое тупое, тупо западное лицемерие. Как оно подбешивает, честно говоря, вот я даже не знаю. Меня оно очень сильно удивляет. Прям в открытую, даже вот, не таясь. Черт, тут полно, чего? Нет, Супер Макс, голыми руками ты его не откроешь. Так вот, я подумал, что голливудское кино, они компании типа против показывать Бэтменов и все остальное. Ахло, я нашла что-то вроде люка, но он заперт, я разберусь, надеюсь. Вот, и типа...
тут же дай мне знать, если что-то найдешь. Так вот, а корейская... Да, блин, заткнись ты. Как много стогов и как мало иголок. Иголок? Ну вот, и типа этот. А корейцы-то, я вот не слышал, чтобы они ушли. Они даже не приходили, мы их не показывали. Вот если им предложить, типа, давайте себе из американских фильмов, будем вас показывать. Чё там вы ёбаетесь? Давайте, а? Чё, давайте, давайте, давай. Вот что они скажут. Типа, не вошёл и пизду, мы не будем вам её показывать. Бейте своих индусов и показывайте их фильмы. Я сегодня видел видос, называется, канал называется, в этом, в Телеграм, трешачок или что-то такое. Там, блин, каждый день выкладывают, знаешь, такие видео всякие, ну, такое, которое просто по телеку не увидишь. Даже какой-нибудь там, знаешь, нарезка, какая-нибудь топ каких-нибудь событий. Каких-нибудь, знаешь, там, падение или что-то такое. Стоят там три, короче, там, три индуса и одна женщина. Одна женщина держит одного парня индуса, у которого в руках серп, и не серп, знаешь, вот такой вот. А какой, знаешь, больше как меч такой плотный, знаешь, как у тебя на кухне, вот, конечно, топор для мяса. У него что-то типа такое изогнутое, как полумесяц. А другой парень, ну, они как два брата. Вот, а он, типа, держит отца. Держит его и пытается завалить. А эта женщина хватается за все силы этого чувака, за футболку, за все, чтобы он к нему не подошел, к этому отцу. И в итоге этот чувак вырывается от женщины. И начинает этим серпом бить по своему отцу. Знаешь, на куски его резать. Пиздец просто. И там причина была в том, что типа этот отец попытался изнасиловать жену одного из братьев. Просто, блядь, такой трэш творится. Ну и канал называется, примерно, трешачок или что-то такое. Просто, блин, я вот на это смотрю и... Типа, неужели вот в жизни такое бывает? А потом, черт, эти клещи как каменные. Нужно что-нибудь покруче, чтобы сломать замок. Типа этот. Да там же это у нас был. Вилы. Давай вилы возьмем. Следы взглянуть. Вот. А, ну кому вообще нужно сюда приезжать? Должна быть какая-то причина. Ну вот, и типа этот. Этот трактор свой отработал. Вот, потом было видео, где стоят парень, девушка, еще один парень, и что-то с плакатами на дороге. Машины не могут проехать, и один берет на этом внедорожнике, к чуваку подъезжает и на газ на полный. И чувак под колеса заваливается, переднее. И он по нему передним и задним проехал, тут лежит и все, пиздец. Это же, блядь, не внедорожник, он такой тяжелый. А тому просто похеру, просто взял, проехал и уехал. Я просто херею. Такое видео... Так, понятно. Такое, блядь, видео, это жесть какая-то. Ну, как бы, смотришь на все это, и типа, вот. И вот это вот индусы, вот во всем своем проявлении. У них, как бы, знаешь, фильмы такие, ля-ля-ля, тра-ля-ля, блин. Я вполне уверен, что эти старые виллы... Так давай, попробуй еще, Макс. А что они не помогут? И, по-моему, помогут. А, привязать, да, к пляжу? Никаких больше секретов, что он происходит. Вот. И типа этот... И смотришь на это, и индийцы такие, фильмы у них такие, типа, ля-ля-ля, бля, танцы, любовь. А если пизделовка, то тоже, то, конечно, веселая какая-нибудь, супергеройская. Где там все летают, как хотят, что угодно делают. А тут же нет. Тут же... О, подожди, посмотри. Старые добрые деньки. Что там такое? Яйца, бекон, сахар, кофе. Сахар. Сейчас такая пизделовка за сахар, видел? В магазинах. Это жесть какая-то. Магазины Поллардов, Аркадия, кокаин, табак. Сейчас, мне кажется, за сахар пизделовка и гречу больше, чем за кокаин какой-нибудь. Знаешь, если бы его вывезли вот в тележке кокаин и сахар, бабульки бы и деды купили бы хуям весь сахар, а кокаин бы, ну, типа, ну, снюхали, знаешь, пару нюшек, знаешь, прям на месте, чтобы этот, пободрее пиздить сахар, и все. И просто жесть какая-то. Смотришь вот эти видосы, как там изделовка идет. Просто вот тележку выкатывают, и они набрасываются, знаешь, как крокодилам кусок мяса кидают. И крокодилы просто толпой налетают, пытаются отнять друг у друга кусок мяса. И здесь то же самое. Эта баба подходит, берет себе штук 7 пачек. Ей говорит продавщица, ну, как женщина, которая вывезла тележку. Женщина, что вы там набираете? Вам все равно больше 2 не пробьют. А ей вообще похер, она, знаешь, как просто безумная, набирает себе в тележку. К ней подбегают другие бабки к этой тележке, ну не к ее тележке, а которая общая. Начинают себе вытаскивать, тем, которых не хватило, подбегают, начинают у той бабы вытаскивать из тележки. А им говорят, типа, женщина, что вы тут пытаетесь этот набрать себе? А, они, которым бабкам, которые подбежали к этой, которая себе набрала уже, они им говорят, что вы лезете в чужие тележки? Это чужая тележка, хватит тут, блин... набирать себе. А эти такие, а эти продолжают, знаешь, просто друг у друга пиздить. Вообще бред какой-то происходит. Живем, да, в интересном время. Раньше было такое проклятие у китайцев вроде интересное. Такое, знаешь, часто употребимое.
Желаю тебе жить в интересное время. Вот пиздец. Вот это время, мне кажется, и настало. Очень даже, кстати, незаметно. Знаешь, жил, делал видосики, и пиздец, хуяк, и все, блин. Раз, переехал в другой город, началась вся эта вот заварушка, жизнь какая-то. У меня просто такие перемены в жизни. А Мартин, ну и у всех, что я-то жалуюсь, да? Представляешь, что у людей там происходит в Украине? Там не то, что в другой город ты переедешь, там другая страна, и вообще все, выжить бы, вот главный вопрос. Я просто охереваю. Франчо Прескотов, Аркадия Бэй, Орегон. Уважаемый мистер Линдон, я пишу вам в связи с непогашенными долгами, которые вы, в свою очередь, решили проигнорировать. Быть может, Прескоты не лучшие в своем деле, но мы все еще бизнесмены и требуем уважения. Ваше молчание будет рассчитываться как оскорбление, поэтому вам придется оплатить все. Я это уже читал. У меня мозг просто крошечные рыбки, наверное, ну, я не помню, что я сюда ходил. Ну да, но мозг однозначно размера крошечной рыбки. Как мне дальше-то что сделать? Надо пойти к своей бабце подойти. Что-то она тут, мне кажется, это зависло. Слышь? Ну, это и вагинка. Ай, 3 рубля из пластилинка. Какая-то хинея, да? Ну, а что я могу еще придумать на ходу? Старье. Сначала надо избавиться от этого чудовищного... А как я избавлюсь от него? Ну, не хочет избавляться. Она у меня не прыгает, она ничего не делает. Сток сена. Платформу, смотри. Забраться. Вот так можно. Хлоя, не поможешь мне? Понимаешь? Сейчас какой-нибудь... Я к твоим услугам подельник. Я думал, скримерок сейчас будет. Нет, ничего. И эта пизделовка за сахар и грич меня просто убивает. Мне кажется, взлетает Супермакс. Эти... Обожаю прихвостней. А, мне кажется, эти бабки, деды, они просто сейчас хуячат, знаешь, гречневое варенье. В таких количествах они скупают всю эту хуйню. Ну, это просто странно, это невозможно. Это как-то... Это бредово. Ну, реально, блин. Нахера нам столько сахара? У меня пачка сахара стоит уже, наверное. А что я съест? Блин, мы с тобой нихера не сделали, полезно, дура. А, у меня пачка сахара стоит, наверное, ну уже полгода. Там больше половины. Потому что я пью чай без сахара, там с фруктами, знаешь, там, с лимончиком вкусно. Без сахара. Вот, и он мне нахер не сдался. Он мне нужен только, знаешь, если я делаю блины, там, или оладьи, или выпечку. Но вот в новом доме у меня вот здесь вот нет возможности делать себе выпечку. Здесь просто стоит этот, как называется-то? Плита индукционная, а вот старый двигатель. Вытянуть. Плита индукционная. И у нее, ну, она удобная, она очень быстрая, клевая. И все быстро нагревается и остывает. Но у нее там, знаешь, нет у нее духовки. Да и сама, знаешь, такая. У нее всего две комфорки. И типа. Выглядит достаточно прочно, можно встать. И проблема, главное, в ней в том, что мне нужна специальная ебучая посуда. Представляешь? Специальная ебнутая посуда, мне это бесит. Потому что мне, ну, типа, сдают квартиру. А чё ты? Мне кажется, она туповатая у меня. Пробег пропустить. Ну вот, а... Может, как-то её стянуть? А чё я могу тут сделать? Я, видишь, я понимаю, что надо прицепить к ней крюк. Но для начала как бы мне надо встать и столкнуть, а там не появляется надпись. Вот в чем проблема. Короче, это плита индукционная. Мне для нее нужно специальную посуду. И она типа здесь есть, но они додумались, кто мне сдает, купить посуду, которая к ней не подходит. То есть здесь нельзя просто взять и сковородку и поставить. Должна быть специальная какая-то посуда с специальным днищем, которая будет... Знаешь, там взаимодействовать с этой плитой, и все будет работать. Но здесь такой нет. Забраться. А, вот так можно. А вот, здесь такой нет. И приходит, я им говорю, типа, да, купите переходник специальный. А они такие, ну это за свой счет. Я говорю, а пиздец. А вы, типа, покупаете, вы специально покупаете плиту, посуду к плите, которая не подходит для этой плиты. А я, типа, нет, так я не смогу натянуть веревку, не содрав себе всю кожу. Нужно привязать что-то потяжелее. Я типа говорю, что, блядь, ну как бы это странно. Вы покупаете посуду, которая к ней не подходит, а переходник должен покупать я? А нельзя было сразу купить нормальную, блядь, посуду? Что за долбоебизм-то, да? Ну как бы, это же, блядь, адекватная просьба, да? Вот как-то, чтобы так было. Это то же самое, что ты заезжаешь в квартиру. О, не хочется собака, это большая стоит. Заезжаешь в квартиру. Добрый вечер, доктор Ву, прости. И тебе, а тебе говорят, дверь входную купи сам. Ну заебись, да? Заебу. Прям, я такой, типа, нормально. Охуенно, чё. Или там сковородка без крышки. Охуенно. Это тарелки закрываю.
Типа, я такой, типа, можно как-то этот, крышку? Крышку, точилку для ножа и этот, переходник. Ну, так у нас не принято, у нас, типа, этот, все за свой счет все покупают. Я говорю, охуенно, у вас ножи икеевские, просто говна кусок. Они затупились на второй день. Ну, как бы, нахуй такие ножи, нужны ножи, я не понимаю. Ну, вот, ну, и, типа, нужна точилка для них. Не, нихуя не ебет, вот покупай сам. Или нужно этот переходник для сковородки. Нет, не ебет, покупай сам. Ну, и я такой, типа, что-то я... Use your rewind and get that motor back up there. Макс, отмотай, чё... Блять, а ты можешь ненормально сказать? Типа, подожди, я проебал. Пожалуйста, аккуратней там, Макс. А вот и другой конец веревки. Куда он идет? А, вот вон здесь. Ну и чего, бля? Here's the other end of the rope. Да я вижу, как его как с ним взаимодействовать. Вот, и поэтому я просто немножко удивляюсь этих московских традиций сдавать квартиры. Причем снимаю я ее недешево. За полтос снимаешь. Ну, блин. Тут как бы у меня знакомый живет, он за 22 тысячи снимает комнату в коммуналке. А я снимаю типа евро-двушку за 50. Ну, как бы, и тебе еще и говорят, что, типа, не, нихуя, да, надо вот это. За свой счет давай, покупай все остальное. А нахуя мне потом, ну, типа, я куплю, а если я что, потом вернусь в Питер? Я с собой повезу переходник для индукционной плиты, нахуй мне сдался-то. Я его не оставился бы он здесь тогда, и как бы, и людям хорошо, и все на свете. А, ну, как бы, не очень понятна эта традиция, вот эта какая-то странная. Ну, от человека зависит, конечно, кому ты сдаешь. Кто сдает, сначала надо избавиться от этого чудовищного замка. Бывают нормально вот реагируют, знаешь, на просьбу, а бывают, начинают вот как-то, блядь, что-то выебываться. А что выебываться-то? Просьба простая, да? Простая ж просьба. Я не врубаюсь. Чего ты от них хочешь? А, может, это появилось новое? Скукота-то? Я в курсе, что скукота, мне это то же самое. Ну, вилами я почему-нибудь подцепил. Я вполне уверен, что эти старые вилы не смогут сорваться. Замок. Да, блин, я думаю, то же самое. Я также в этом... Сначала надо избавиться от этого чудовищного замка. И, короче, здесь столько новых интересных ситуаций сейчас происходит в мире, что прям пиздец. Живем реально в очень интересном мире. Время в мире и во всем остальном. Вот. Я ж не смотрел, не смотрел. Даже... А, нет, смотрел. Прескотт любил селфи. Это не селфи, это обычный портрет. Или даже, как я не знаю это назвать, портрет, не портрет, хуй его знает как. Но это же не селфи. Селфи это вот, чик-чик, сам себя хуяришь. И все, а это же не селфи. Так, давай я просто обойдем, я просто не врубаюсь. Чего я здесь проебал? Смотри-ка, взглянусь. Матсон, мы можем смело утверждать, что у этого древнего устройства есть алиби. Это типа была шутка, да? Заебись. Прям смешная, прям охуенно. Смешная шутка, надо будет запомнить. No trespassing. А может у них что-то в кузове есть? Я просто не понимаю. А почему она не хочет ничего привязывать, ничего делать? Такая распиздека, да, на меня? О, что там есть? Пошли посмотрим. Знак. Интересно. Взглянуть. Watch us. Не для нас писали. Не проходи, называется. No trespassing. No. Ну и что, это веревка? Не, это провод. Это нихуя не веревка. Никакой это не веревка. Понимаешь? И кучи-то вгинуть. Зачем кому-то проводить электричество в старый пустой сарай? А нахуя? Вот, иногда вот эти вот все странные загадки, они реально такие странные. Ну, то есть, как бы... И, типа, и что? Вот эта информация не дает. Разговоры про электричество. Ну, они же нихера не дают эту информацию. Она же просто никакая, бля. Понимаешь? Так вот, поэтому... Скоро нас ожидают в кинотеатрах... Индийские фильмы. Какие-нибудь там, знаешь, российские фастфуды. И будешь ты охуевать от прежних времен. Я тоже буду. Все будут охуевать. И думать, хотя, с другой стороны, да, это мы уже смотрели, можно. С другой стороны, может быть, это и все к лучшему. Ну, как бы, знаешь, наконец-то наши люди задумываются, что как бы пора уже. Не может быть, чтобы эта ржавая ненавидная кнопка запускала вход веревки или шкивы. А, ну, да, тоже читали. Вот. Может быть, наши великие управленцы, а они такие есть, додумаются, наконец-таки, развивать что-то свое. Не просто торговать сырыми продуктами, а делать из сырых продуктов супчик. Понятное дело, что, знаешь, картошку, просто вот картошку продать гораздо легче, чем суп. Но, блядь, суп можно продать гораздо большим профитом, выгодой, чем просто обычную картошку. Сначала надо избавиться... типа, ну реально,
Ты берешь, ты готовишь супчик и продаешь его с наценкой в 3 раза дороже, чем продал бы картошку. Ну ладно. Как много. Ну, у нас почему-то этого не понимают. Не хотят строить заводы по переработке там нефтепродуктов. Ну, такого плана. Знаешь, все такое простое, что можно переработать и сразу продавать уже готовый хороший продукт. У нас почему-то как-то, блядь, не знаю. Поэтому, возможно, они и правы, говоря, что типа все эти санкции к лучшему, и все будет хорошо. Главное, чтобы это не осталось на уровне разговоров. Они реально принимали какие-то усилия для того, чтобы создать что-то свое, развивать свое. Они просто, знаешь, там, у нас типа все есть, но нам так впало все это что-то развивать. Давайте, развивать будете вы, а мы будем вам продавать для, ну, типа, продукты. Мне никогда не было понятно, это как бы... Мне никогда не было это понятно в принципе изначально. Вот эта вот практика такого торгашества, знаешь, такое... Ну, такого вот. Когда можно пойти более легким путем, но который тебе ничего по итогу-то не принесет, как сейчас и есть. Ну что, ну, заработали там сколько-то денег. И нам, у нас в России стабилизационный фонд должен быть порядка 150 миллиардов долларов. Чтобы мы три месяца могли покупать иностранные товары в случае вот таких вот санкций. То есть он позволяет тянуть, притянуть. У нас же он 600 миллиардов. И по всем расчетам, что там такое? Курс доллара должен быть не больше 25 рублей на данный момент, если все эти 600 миллиардов пустить бы в дело. А у нас почему-то... У нас почему-то, знаешь, не захотели этого делать. Эти деньги тупо вытащили из экономики и заморозили. Ну, причем, подожди, за рубежом. И сейчас наши красавцы все это начали... А деньги им заморозили и не отдают. Это то же самое, что с кем-то начать там, ну как, не знаю, Вторую мировую войну. Там СССР, ой, Германия начала бы войну с СССР, а все свои марки она бы хранила в экономике СССР. Если СССР бы сказал, типа, ну красавцы, молодцы, что, спасибо за деньги, которые нам подарили, просто так отдали. И это как-то бредово, да, все выглядит, звучит. Ну так оно и есть в настоящий момент. Вот, понимаешь? Что за эта хуйня-то делать, я не врубайся. Видишь, ничего не появилось. Макс, отмотай время и верни движок. А, наверх вернуть. Понятно. Надо движок вернуть наверх. Понимаешь? Ну вот, сейчас ебанем. Движок наверх. Все у нас будет хорошо. Давай быстрее. Вот, короче, вернули мы этот движок ебучий. Вот он здесь. Понятно, теперь стартовый двигатель. Привязать. Давай привяжем. Вот так, привязываем. Сейчас первую ручку у нас все будет заебучка. У нас будет хорошо, красиво. Столкнем вниз, он нам подтянет наверх, там сработает лебедочка, и у нас откроется лючочек. Понимаешь? Ха-ха. Вот такая хуйня. Как тебе? Старый двигатель. Сейчас мы все привязали, видишь? Сначала мы его использовали, чтобы забраться. Потом отмотали время. Вытянуть. Потом он вернулся наверх сам. Без езды. Потом и спустились. И он нам все потянул. Че? Ну, вроде все должно открыться, да, было? Я ж привязал. Вы что, ебанулись? А что я сделал неправильно? Я же привязал, все было красиво. Я что-то не понимаю. Не врубаюсь. Вот так, давай попробуем его вытянуть, да? Куда его вытянуть? А, его сюда можно вытянуть, смотри. Заебись. Правильно? Сейчас сбросим его. Ну, нормально, он сильный, да? А, он же на колесиках. Так, ну, хорошо. Ну так-то хорошо, так-то я могу. Такая ты хитрая жопа. Макс Гайвер. Макс Гайвер, там типа, я смотрел «Разрушители легенд», у них там был такой Гайвер. Какой-то там, типа, ну, как Джеймс Бонд, знаешь, такой. Все он умел, все делал, все был самый такой крутой шпион какой-то, типа такого. Вот она себя таким назвала. Такая ссылочка, которая понятна только американцам. Ну, потому что это их сериал, а у нас он вообще не показывался, по-моему, никогда. Может быть, что-то я его и не застал сам, но
как бы я не помню, чтобы он как-то показывался, я его смотрел. Так, только в этом... В ТВ-шоу! Черт, он тяжелый. В ТВ-шоу «Разрушители легенд», я видел отрывочки, и все, больше нигде. Что это? Это лестница. Джекпот, ёба. Джекпот выглядит не так. Джекпот — это 777. Надо ли говорить, как это все странно? Может быть, что три гишенки? Ты уже сказал. Кто только это все построил? Строители, Брескет, ну еще бы. Врубаешься? Вот такая вот она, вундеркинд детектив. Она не знает, как выглядит лестница. Что это? Это что-то невероятное. Какую-то запись в дневнике. Я даже не читаю. Не нужны они. Ой, такое местечко, да? Стрёмное. Этот бункер такой абсурдный. Использовать. Чё? А как я подтвердить? Упс. Упс, неверный код. Ай, как? А какой должен быть? Можно узнать? А, вот так. 1, 2, 3. Ну, конечно, потому что надо было 1-1-1 делать. Ты что, дура совсем у меня? Думай. Так, теперь панель заблокирована. Ну что, отмотаем твою панель. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. А что тут? Подожди, блин, я не врубаюсь. А как? О. Мне просто не врубаю, я не понимаю, что мне смотреть, чтобы понять код. Но здесь-то его точно я не буду просматривать. Это 61 страница, ёбнули, что ли? Это смешно будет. Здесь нигде не написано. Наверху в сарае его нет, и типа отсюда не выйти. Значит, он должен быть здесь. Использовать. Faded, so 1, 2, 3. А, нихуя, смотри. Смотри, какая стертая пятерочка. Какая стертая двоечка и какая стертая четверочка. А что если 5, 2... А, так, сюда. Блин. Ну ладно, 2. Где он тут? 2, 5, 4. А если... Ну, я бесконечно буду сейчас угадывать. 4, 5, 2. Упс. Bad code. Так, 2, 5, 4 мы пробовали. 4, 5, 2 пробовали. Так, ну давай пусть будет 5, 4, 2. Заебись! О, да! Я это думал, а как только в фильмах бывает. А, понятно, надо было. Они ж. Они 5-4-2, они самые стертые, они самые, они прям пиздец. Но это бред. Такие цифры не должны стираться. У меня всегда, вот когда я жил в центре в Питере, у нас типа были такие, знаешь, еще такие дома старые. В 90-х годах и там были вот такие нажимательные хуевины. Вот такой комплектованный, готов к концу света, наверняка стоит целое состояние. Нажимаешь, и ты подходишь к любому замку, и вот самые используемые клавиши. Они всегда, знаешь, самые такие свежие, там вот эти вот стерто. Ты просто подходишь, смотришь на самые стертые клавиши, вот так зажимаешь их, чик, нажал. Там даже не надо по очереди их нажимать. Одновременно нажимаешь и заходишь. Такой бредовый замок, мне просто, блин, он прожжал. Что это такое вообще? Ненавижу это место. Нихуяшники себе. Надо все изучить. Уже ебнулись. 5-4-2. Еда, свину. Снова припасы до жвана? Еда. Вода. Ага. Запасы воды, прямо как у Дэвида в гараже. Хорошо. Это хорошо. Взглянуть. Только посмотрите на эти консервы. Дэвид, наверное, закупается в том же магазине. У него здесь должна быть сахар и гречка. Иначе он лох. Это ваш Дэвид? Если их нету, сахар и гречки, он лох. Мы все лохи. Скотч в бункере всегда плохой знак. Ну понятно, блядь. Так, фотопринтер. А что у нас там? Видимо, Нейтану не обойтись без самого дорогого принтера в мире. У меня вдруг появился такой польский акцент. С чего вдруг? Все, я просто много читаю телеграм-каналов разных, подписанных группах. Сукин-то сын. И сейчас странно так. Проводят проверку систем, ну, оповещения, вот это вот, сирена. Сначала в Польше. Теперь в Германии сооружение Говарда Рорка, стойкий к штурму бункер. Полная стоимость 1 350 650 долларов. Подписание договора Шон Прескотт. Вот, и это так странно, блядь. Они по очереди проверяют свои системы, видимо, к чему-то готовятся. Как будто бы, знаешь, к слову о муках. Как будто 39-40-е года, только наоборот, в другую сторону. Еще покатится.
Ну, конечно, это, ну, как бы странно, да? Вот чем это все закончится, хуй его знает. Такая, блядь. Но от этого точно никто не выиграет. Ни одни. Тут нету выигравших. Тут только будут проигравшие и Россия, и Украина. Потому что, ну, это, блядь, пиздец. Это бывшие, ну, как бы люди Советского Союза, которые, по сути, не имели этих границ. Ну, были, конечно, там, знаешь, радикалы, которые, типа, были против этого. Против того, чтобы быть вместе. Но у нас как бы не было, было без разницы, кому принадлежит этот там наш участок земли. Так вот, папка с пометкой, так, смотри на этот, написано Кейт. О, нет, Кейт, нет. Боже, нужно было прямо там убить этого ублюдка. Кейт была не первой, все эти папки для остальных жертв. Виктория следующая. Нейты, наверное, накачает ее сегодня на вечеринке циклона. Рэйчел. Не может быть. Это все постановка. Так ведь так? Но Хлоя, посмотри на ее лицо. Она не понимает, что происходит. Может, Нейтан пообещал ей до хрена зелени не зайти с фотографии? Уверена, что так было. Я так не думаю. Зачем он положил ее на землю? Где? Свалка. Макс, нам нужно найти это место. Немедленно. Тогда мы узнаем, что случилось. Не может быть, что она умерла. Нет, она позировала для этих фото. Макс, я это знаю. Прошу, поем. Так вот. И вот люди из Советского Союза. О боже, Рэйчел. Кейт, эти папки. Досье Кейт. Записка. Взглянуть. Что написано? Нейтан, я же просил тебя не звонить мне со своего телефона, используя одноразовые, что я тебе дал. Я не желаю снова слышать, как ты выкрикиваешь мое имя в общественных местах. Подобную глупость ты уже себе не раз позволял. Я не для того работал, чтобы ты своим подростковым гневом все разрушил. Вместе мы можем многого добиться, но ты должен позволить мне наставлять тебя. Или сам разбирайся со своими проблемами. А кто это написал? Вот, и типа этот. Пиздец, да, картина? Шкафы. Осмотреть. О, развлекательная система на случай апокалипсиса. И типа здесь нету в этом конфликте проигравших. Ой, выигравших, только проигравшие. Что мы, что они. В любом случае будем. Я никогда раньше не видел столько дорогого оборудования. Вот. И бонусов это, ну, только. Ну, только вот. Пиздец, это никогда не забудется уже. Никогда не будет возможности быть настоящими близкими друг к другу. Такая ебанутая ситуация. Кто же пользуется этим роскошным штативом? Так это, конечно, все угнетает. У меня есть друг, ну, с Украины, с Донецка. Вот. У меня с ним хорошие отношения, прям. Как человек, и все, ну, нравится. И у многих есть такие знакомые, друзья. Но, по сути, представляешь... Ну, как бы у нас до сих пор с ним хорошие отношения. Потому что и он, и я разумные люди. Кому-то нравится виски. Но родится поколение, которое будет воспитываться вот в ненависти. Вот. И к чему хорошему это приведет? Ни к чему. В этих газетах только я написала, что про Рэйчел и Кейт. У нас уже это, знаешь, ненависть. Она разжигается, вот пиздец. Так, Вестник, Аркадий Бэй, Рэйчел Эмбер объявлена пропавшей без вести. Уже вот сколько это, вот эта ненависть друг к другу, она у нас, знаешь, там... развивалась благодаря третьим странам, которые в этом активно были заинтересованы. А сейчас Америка и там, знаешь, Западная Европа так руки потирают. О, молодцы, пиздите друг друга. Чем лучше, чем больше, тем лучше. А мы вам будем только помогать оружием. В этом плане китайцы молодцы. Говорят, что типа мы нейтральную позицию соблюдаем, но мы за то, чтобы поставлять людям молоко, помощь, одежду, все что угодно. Вот гуманитарное, не оружие. А там наоборот. Вот чем больше вам оружия, тем вот... тем будет лучше. Идол Блэквелла. Мы представляем весь дух новостей с 1898 года. Поиски популярной студентки Блэквелла, автор Джульетта Уотсон. Вот. По сути, как бы все, что сейчас происходит, это такой пиздец. Так это обидно и жалко, что это так случилось. Вестник Аркадии Бэй, самоубийство и в Академии Блэквелла. Скажи кому-нибудь, да, вот лет 20-40 назад, когда люди жили вместе в Советском Союзе, что такое будет вот совсем скоро. Ни один бы человек в здравом уме не поверил бы в это. Ни один. А по итогу полный пиздец, я просто в ахуе. Должно быть, Нейтан покупает эту дрянь у Фрэнка. И очень-очень обидно, что все это у нас происходит. Шприцы, гадость. Плакат.
Бывают же, да, конченые отморозки. Вот кому, может, такая хуйня нравится? Кому это вот, кого-то это заводит, или что, оригинал рисунка с подписью превосходно сюда вписывается. Отморозки конченые, вот, ну, как бы, реально. Куда она делась? Блять, пробел, поехать на свалку. А, она типа ушла. А, она ушла уже, на свалочку поехала. Вперед меня съебала, бросила здесь, и все. Life is strange, bitch. Ну еще, мы сейчас едем на свалку. Я думаю, это вообще, знаешь, самый-самый... О, березки. Родные березки. Это уже самый-самый-самый, типа, этот, конец игры. А это еще только четвертая глава, еще будет пятая. Слышишь? Не, если честно, потерял уже, о чем сюжет. Я уже как-то, ну, типа... Хлоя, не спеши так, подожди меня. Я вот... Я знаю, что делаю. Я как бы этот... Понимаю, что они что-то расследуют. Какой-то чувака ищет, который всех там убил... Похитил эту девочку. Сейчас они еще выяснили, что получается так. Смотри, вот это место. Вот оно. Ты мне поможешь? Помогать собираешься? Я вот не знаю, что они приехали сюда, что они раскапывают. Почему именно сюда? Хлоя, стой, смотри. Что они, как... Пожалуйста, нет. Надо будет пересмотреть, потому что я не врубаюсь. Этот запах. Рэйчел? О, Рэйчел, нет. Они наши Рэйчел. А как не понял, что искать нужно здесь ее? Надо пересмотреть. Сейчас сидел, пиздел и что-то и упустил момент. Я еще в прошлый раз говорил. Рэйчел, почему? Мне так жаль, Хлоя, так жаль. Я так сильно ее любила. Вот в прошлый раз я еще удивился. Так как она могла умереть? Как они нашли сарай? Почему именно сарай поехали? Что это за мир такой? А теперь они на свалку приехали. Как? Кто на такое способен? Понимаешь? Я не врубаюсь, надо пересмотреть. Как? А почему они поняли, что именно на свалку? Я, видимо, что-то туповатый, да? Или проебываю моменты. Я вот развлекаюсь, херак, а иди невнимательно играю. Смотрю и не читаю. А там, видимо, объяснялось, что надо посмотреть. А, это, скорее всего, четвертая глава уже, все, конец. И останется последняя, пятая. Ну, по сути, да, уже. Видишь, они ее нашли, они узнали, кто это сделал. Поняли. Ну и все, и осталось сейчас только этого мудака. О, олень, помнишь? А этого мудака просто арестовать и все, пиздец. Че, ну так хуйня. Я так понял, это конец четвертой главы. Ну так и есть, точно. Видишь? Ну надо будет пересмотреть, почему так. При монтаже я посмотрю обязательно. Ну, потому что непонятно. Какого хера? Они приехали на свалку. Как они поняли, что именно здесь? Но это было на фотографии понятно. Мы же только фотку видели. Или что-то еще было. Я не знаю. Это музыка, да? Музыка, точно. Надеюсь, Нейтан наслаждается своей последней вечеринкой. Хлоя, мы можем пойти в полицию, у нас есть доказательства. Нахуй полицию. Рэйчел хотела, чтобы мы ее нашли. Для того, чтобы совершить истинное правосудие. Рэйчел, и там мстить, отомстить. Прескотты напрашивались сотню лет. И никто мне не помешает. Тем более, если ты мне поможешь. Ведь так? Ведь так? Я с тобой до конца, Хлоя. Ты сама знаешь, бич. Ну так пиздуйте, что сидите-то здесь. План-то, я думаю, у вас гениальный, да, уже. А? Шаша, что не хороший план? Вот этот план, вот этот план так план. Вот заебись, этого и надо начинать. Пистолет, маникюр под цвет волос, заебок. Под джинсы такие же. Синий, любит синий цвет девочка. Синяя и любит синий цвет. Синяя планета, алкоголичка. А так оно и есть. Ох, черт. Прям как-то затемнение, ты прав. О, что это? О, вот это интересный момент. А вот не покажу сейчас. Я не покажу. Завтра увидишь. Завтра в новом видосике все и посмотришь. Я потому что сам не знаю. Потому что сейчас я возьму, выйду в главное меню. И буду играть только завтра. Сегодня уже как-то уже все пиздец. Отрубаюсь. Ну вот ее, да, у нее синие волосы. Я назвал ее синей, потому что она алкоголичка. Видите, алкоголик называют синими. А как называют тех, кто наркоман? Или курит траву? Наверное, зелеными, да? И вот мысль пришла напоследок. Прикинь, врубаешься, такая вот у меня голова работает, знаешь, не попадая изверен. На этом мы сегодня закончим. Пока что подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на паблики. Ссылочки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.